Дорогие казахстанцы, я хочу всех вас пригласить в новую оппозиционную партию «Алга Казахстан». Все мы знаем, что по Конституции единственным источником власти является народ. И мы должны этим правом воспользоваться. Мы знаем вот последние дни, что диктатура является исчадием зла на планете Земля. Задача нашей партии – сделать страну демократичной, свободной, где самое главное – это будет свобода. Свобода слова, свобода выбора, свобода СМИ. Все свободы, потому что именно благодаря всем свободам можно достичь демократии. И наша партия будет добиваться того, чтобы были расследованы всех убийств, пыток, издевательств над нашим народом. Это и Желтоксан, и Жанаозень, это и кровавые январские события этого года. Мы не должны допустить, что в мирное время люди погибали, умирали от пуль своих казахов, военных и полицейских по приказу президента стрелять на поражение и без предупреждения. По всем международным правам, даже по военному времени, этот приказ является преступным. Приказ против человечества. И мы требуем международного расследования январских кровавых событий. Потому что мы знаем, что при диктатуре этого невозможно. И я призываю всех, кто считает себя гражданином Казахстана, вступить в нашу партию. Мы добьемся свободы, мы добьемся демократии. Алга Казахстан!